Условный срок за розыгрыш нападения оператору АЗС, который сам себя побил гаечным ключом, вынесли приговор. Напомним, по версии следствия, работник АЗС разыграл нападение на самого себя. Для правдоподобности мужчина ударил себя по голове гаечным ключом и стукнулся лбом об асфальт, а потом похитил из кассы заправки 72 тысячи рублей. После спектакля злоумышленник нажал тревожную кнопку. Служителям закона он рассказал сказку про ограбление, но в ходе расследования все вскрылось. Актера признали виновным в присвоении чужого имущества и заведомо ложном доносе и приговорили к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы. Правда, условно.